Что-то хорошее нас ждет впереди, судя по вот этой картинке. Говорим где-то там мысленно Ютубу. Здравствуй. Двигаемся вперед. Ох, даже ничего не положили. Хорошо висит, смотри. Их тут много таких. Помню, играл в какую-то лару, и там были динозавры. Это была первая. Не, все, это не работает. Берсеркер, это не работает. Спасибо за 100. Что это было, боже мой? Не понял. Что это было? Она споткнулась, сломала мизинчик и умерла от болевого шока или что это было? Наступилась, да? А что это было такое? Так, ну, блин, мотик. Мотик. Без мотика тут никак. Это очень печально. Тут, я думаю, коридоры такие большие, странно. Первый или ремейк первый? Ну, да. Ну, в любом случае, первое. И там же были динозавры. Блин, она стартует, конечно, после вот этого резкого разворота слишком резко. И если чуть-чуть... Слушай, а зачем тогда вот эти хреновины, если я могу здесь ехать как будто бы дальше? Наверное, что-то надо сделать. Пока, правда, непонятно что. Непонятно вообще, зачем это надо. Подозрительно как-то, если честно. Куда? Ну ладно. Потом разберемся. Да стой, ты куда-то поехала. Так, ну ладно, здесь вот я уже так не сделаю. А в чем проблема? Лариса Ивановна. Не долетает она что-то странненькое. Почему? Там вроде та же высота была, не? Видимо, нет. Слушай, ну в смысле нет. Ладно, давай. Да не тут. Вот так вот, да, спасибо. От стены. Да я пыталась, да, так сделать, но она не сразу иногда делает то, что я хочу. Ой, блин, она на время, да? А, нет. О, щит, опять, ну ладно. Можно чуть-чуть назад сдать? Не зря здесь так, видишь? Ой. Да Лара, господи, боже мой. Лилит снова, здорово. Да не в ту сторону, вот в эту. Где моя закись азота, когда она так нужна, господи? О, ни хрена размеры! Идите вы в жопу такие. Не-н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 е, нафиг-нафиг. Этот график. Училку вижу.
куда-то приехали. The lords of Shibalba were said to kill visitors for sport by sending them into devious trap rooms. Блин, опять сабы поломались. Эх. У, подлюки страшные. Ясно. Да я же нажал. Восславим транквилизатор. Ты попадаешь, ну? Игру можешь перезапустить? Да ну нафиг этим заниматься. Эх. Еще и цвета разные, смотри, как интересно. Ой. Так, я вижу подъем. Ну, палку-то тоже надо куда-то воткнуть. Кому тут палку не хватает? На тебе? Ну, как-то не странно, да? Смотри, у этого вот так. А этот как-то вот так. Этот опускается, а эти нет. Этот тоже, в принципе, нет. И этот нет. Какой-то он такой, блин, щепенец. Так, ладно, прежде чем подниматься... Что за звук? На что она смотрит, кстати, смотри. Что странненько, ну ладно. Опа, здрасте. Да твою мать! А, Вальдемир! Осуждаю просто. Я не мог удержаться. О, здравствуйте. Вот, вот как будто бы, может быть, вот это надо. Спасибо за 100. Контролируйте свое, пожалуйста, вот это вот все. Это недержание, это штука такая. Сколько у нас хилов? Да, кто его знает. Слушай, ну они одинаковые. У кого еще? У тебя еще не хватает. На. Во. Опа, здрасте, а твою мать! Ну а чё я? Смотри, чё-то случилось, мы даже никуда не поднялись. Меня еще вот это интересует. То, что видишь, здесь зацепиться... А, нет, нельзя, нельзя. Поку... Или... Нет, по-моему, нельзя. Возьми! Положим. И она не разворачивается обратно сама, да? Хорошо. А что такое? Ага. Ага. Блин, это надолго. Смотри, в этих еще даже все то же самое. Вообще, конечно, надо было бы, наверное, их по очереди, чтобы потом не запутаться, где я была, где меня не было. Ну ладно уж, поздняк метаться.
Хотя можно отталкиваться вот от этой. Вот ее оставить. Начать с вот этой. И чтобы потом просто от нее отталкиваться. Вот так вот идти против часовой. Ой, точнее, по часовой. Вот так вот хоба-хоба. А потом закончить вот на вот этой. Так, ну ладно, где подъем в тебя? Так, вот они как будто бы, ну... Или вот отсюда даже больше. Да-да-да, вот он. Угу. Ну, пойдем. Немножко не сюда хотела, но тоже пойдет. Тихо. Вот куда она там хочет прыгнуть, я не очень улавливаю, если честно. Но она как будто бы видит вот сюда. Я не хочу сюда. Слушай, как мне на вот эту колонну? Там такая палочка прям хорошая. Получается. Блин. Что-то она и хрупкая какая-то у нас, мадам. Так, вот сюда я хотела. Слушай, ну есть вот это вот все. Вот это вот. Ну как-то, не знаю. Тихо. Тихо. А может так и надо, кстати, было. Ну, кстати, походу так и надо было. Нет, там-то была секретка, да. Ну, мало ли просто. Да твою дивизию. Двести 228 берсеркер. Угу, спасибо. Ты мой личный сорт героины, пишет берсеркер, но как бы да. Так уж ушло, что мужчины типажа Эдварда Каллена, это не совсем мое берсеркер, но я буду иметь в виду, да. Когда мне захочется бессмертия, я буду иметь в виду. Спасибо большое. Нет, берсеркер не стрелял, наверняка. Это гоп-стоп, знаешь, такой данат. Типа, я жду тебя за поворотом. Угу. Это страшновато уже. Так, ну ладно. Чё-то я куда-то ползу. Ну там прям раскачиваться, наверное, была бы ошибкой, да? И прыгать ему как-то слишком высоко, далеко. А вот это да, больше похоже на правду. Главное сейчас не промахнуться, а я могу. Ну как я, Лара. Я бы даже до сюда не добралась. Слушай, ну то пошло. Чекпоинт мне. Да идите. Ну не надо так делать, Лара! Слушай, Лара, я тебе не доверяю. Просто нет. Ой, начинается. Ой, начинается. Ну ладно, ладно, сейчас я вижу. А,
секретка. Сейчас подожди. Прыгай, долети. При этом. И. Оп, так. Вот в эту маленькую сумчонку. Ага. Ход на верёвку. Блин, а как вернуться назад, чтобы не проходить через вот это все? Пожалуйста, можно мне как-то назад? Без вот этих вот, вот этих вот. Неужели обратно? Ага. На этом мои страдания не заканчиваются, да? Слушай, она долетит? На башку-то не тюкнуться об эту? Я живая! Нет. Что это было, боже? Ну, хоть отсюда, ладно, спасибо на том. Что это было такое? Она причем в башку-то не тюкнулась, она просто полетела куда-то вот в центр, понимаешь? Она летела что-то точно на огонь. Это была ее цель, мне кажется. Изначально. Слушай, по-моему, здесь надо раскачиваться, а не прыгать. Надо, наверное, правее немножко взять. Вот так. Давай. Алекс, давай, удачи. Спокойной ночи тебе. Вот и все. Так, хорошо. Первая есть, вот вторая. Как попасть ко второй? Как-то вот отсюда. Ну вот эта хрень с вот этой секреткой. И как-то направо надо от нее ползти. Куда тому. Ну, не столбик, а какой-то балки. И уже от нее как-то направо дальше. А как на балку попасть? Там не было ничего такого, за что можно было зацепиться. Вот это меня и смутило как раз. Так, а если здесь посмотреть? Так, ну здесь прям по склону надо фигачить. Угу. Ну давай пока здесь. Отсюда, так сказать, начнем. Здесь хотя бы нащупывается. Не-не. Не, ну здесь просто забраться и проехать все. А там что-то как-то не совсем что-то очевидно. Ну как проехать? Ну, вы знаете, как чем это обычно все заканчивается. Темно. Мне с огнем нравилось больше. Верните огонь. Что это, что за халява такая, слышишь? Что такое? Подозрительно, пипец. Что так легко-то вдруг? Эх, может, стоило все-таки взять ту секретку. Ладно, фиг с ним. Плохой звук. Транквилизатором. Ловушку завалила. Ну, блин. Эх. Ой, фу, какая гадость. Thank you.
Тихо, тихо, уважаемый. Да ё-моё. Да нажми ты, наверное. Фига. Так, а где этот еще? Так, мне нравится больше. Так, возвращаемся куда-то. К вот этой дверце. Да откуда вы лезете-то? Смотри, есть вот это. Единственный путь к ней — это через вот эту хреновинку. Как будто бы. Но там мы подобрали секретку, и все, и дальше она не прыгала. Либо я что-то не вижу. Либо это как-то вот не отсюда. Вот видишь, справа как будто бы можно проползти. Но если вот здесь вот цепляться, она не цепляется. В связи с чем у меня вопрос? А куда? То, что вон эта хрень. Назад она на колонну пригород не холчит, понимаешь? Что-то туда негде. На саму колонну что-то сомневаюсь, она заберется. Ну что-то нет. Ой. Ой, я живу, а нифига себе, с чего бы это? Ой, 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 боже, не надо. Еще у нас есть вот эти хреновины, конечно. Но они, видишь, трупиками завешены. И что-то как-то нет. Можно было бы запрыгать по вот этим... А, слушай, кстати, можно же по самому верху, вот на вот эту колонну, и как раз от нее, может быть, что-то и сплясать. Хотя от нее... А, ну от нее забраться вот на вот эту колонну, а с нее уже на вот эту балку. Так, ладно, откуда можно прыгнуть на вот эти хреновины? Неужели отсюда же можно было как-то? Да ладно, не может быть такого. О, подожди. А ты вот так не хочешь? Нет. Помню, где-то отпрыгивала от стенки к стенке. Да? Может, вот здесь? Похоже на то. Чё, подожди. Камера куда-то уехала, подожди. Подожди меня. Так, отлично. Пошел процесс. Спасибо, синоптик. Так, все, пошли. Пошла, пошла, только не пали, пожалуйста. Все, давай на самый верх теперь. Еще немножко. Ну куда, куда? Вот тут сейчас пипец страшно, потому что она больная на голову женщина, конечно. Было пониже спуститься. Где мое примагничивание? Так, подожди, подожди. Надо было, наверное, до упора спуститься, там уже прыгать. Севен, прошел процесс. Я как раз воткнув вилку зарядки ноута в розетку. Это не самые удивительные совпадения. У меня очень часто, кстати, происходит так. Что?
куда? Вот куда она сейчас прыгнула? Блин, она должна была прыгнуть направо, камон. У меня очень часто бывает так, что я, например, что-то читаю или пишу, какое-то слово или даже словосочетание, и в этот же момент стример, которого я там смотрю, или просто запись какая-то, кино, не, ну, кино редко, именно чаще люди, стримцы какие-нибудь или летсплейчики старенькие какие-нибудь, произносит те же самые слова в тот же самый момент, когда я вижу их. Я там где-то на втором мониторе либо пишу, либо те же самые словосочетания. Это иногда прям до удивительного доходит. Причем довольно часто такое случается. Что ты делаешь? Ты сегодняшний стрим будешь допроходить или растешь? А я не без понятия, сколько до конца. Откровенно говоря. Если там часа два, то я думаю, мы пройдем. Но я сомневаюсь, что там часа два. Так, ну давай, максимально вниз, как могу. Просто ниже уже некуда, давай. Молодец. Нет, теперь прямо, пожалуйста. Спасибо. Давай, подтягивайся. Что, обязательно прям на ту колонну, да? Да, обязательно. Что ты делаешь? Надо было... Женщина, кстись. Аккуратно. Блин, я дышать боюсь, когда она ползает. Потому что если она упадет, все заново. Не потому что я там беспокоюсь за ее жизнь, естественно. Так, аккуратно. Ну, чё-то как-то я боюсь, она не допрыгнет, если честно. А тут зацепиться как-то не похоже, что есть за что. Ну, как бы да. Блин, Лара, если ты не допрыгнешь, или... Нет, она не допрыгнет, мне кажется. Блин, а что делать? Она же не допрыгнет, чат. А цепляться тут не за что. И даже кольца никакого нет. На вот этих, мне кажется, раскачиваться и прыгать туда, это, ну, странновато было бы. Нет, допрыгнула. Хорошо. Ой, шипы все, как мы любим, да? Ой, я не успел нажать. Я, ладно, у меня хпшка не закончилась. Алло, игра, ты чё, вообще охренела? Видели, видели, там писечка здоровья еще была. Вообще наглость страшная. В смысле? Блин, а я же в увороте была. Странные, конечно, ракурсы. Может, надо просто присесть и не кувыркаться? В первой части там просто постоянно надо было... Вот она делает это просто по автомату, когда жмешь еще раз. Этот самый. Первый раз, кстати, нажимала на ворот, она нормально проскочила. В связи с чем у меня вопрос? Надо было просто дольше ждать, чтобы два уворота сразу не сработало. Да что ты делаешь? Видите, как сложно ей управлять? У нее ноги так и идут в пляс. Так, теперь надо как-то вернуться, да? Ну, она же не пролезет, между прочим, да? Она же слишком толстая для этого. Я толстая. Так, ну, это, конечно, интересные варианты.
Я вообще не вижу, где можно зацепиться, если честно. Что тут оно не цепляется? Это видно. А, вот тут все-таки зацепилось, хорошо. Ну иди ты, господи, уже. Здесь нельзя не зацепиться безобразие. Тихо. Да тихо. Ну хоть тут забрали. Там поленилась, тут типа ок. И она даже не умерла от этого падения. Целых 1.5 метра, ты смотри. Мы идем на повышение. Эленлайт Соул, давай, дочки, тебе спокойной ночи. Ну, не-не-не, давай вот в него, в толстого. Борщец, хоть кто-то борщец наливает, понимаешь? Они стреляют в меня. Все, все померли. Так, ладно, последняя штука. Вот ты. Не надо в толстого. Нормально. Мы все тут такие. Они потеряют цель. И все, короче. Все выживут. Слушай, здесь даже не пришлось, смотри, ничего разгадывать. Просто открыли, побежали. Ну да, значит, внутри будет жопно. Ну или нет. Забей. Да. А вот это была подстава. Нет, нет. Это была обманочка специально вот для таких, как я, халявщиков. Хо! Подожди. Я понял. Или нет? А что мне с этим делать? Твою мать! Мы же любя. Конечно, любя. 20-я дырка в моей заднице уже. Леса, бляха. Вытяни. А. Какая интересная мысль. А я думала, это фиксирующая штучка. А, Леса, спасибо за 100. Спасибо большое. Я супер-пупер. Как масло сын, как мясо в супе. А она сможет взять? Нет, не сможет, да? По-моему, я себе все испортила. А, ну хотя... Нет, вряд ли. Не, наверное, надо было оставить на последнем и там просто пробежать и прыгнуть, если бы я успела. Какая-то странная хрень была сейчас, если честно. Ой, как прекрасно, смотри. Сейчас и на голову мне упадет, и я снова умру. Слушай, а я же отсюда не смогу толкать, здесь же, видишь, выемка. Может быть, надо было где-то на центре оставить? Или надо было все-таки на них наверх запрыгнуть? Потому что... О, точно, смотри, охренеть. Я умная, пипец! Блин, вот почему вот так вот часто случается, то, что мне приходит что-то в голову, я думаю, что это тупая мысль, не использую ее, вообще никак не применяю в своей жизни. А оказывается, что она была верная. Вот постоянно. Ну, очень часто, ладно, не постоянно, но очень часто. Очень часто. Как это работает, Никит? Так, ладно, давай. Как-то вот так. Это еще одна альтернатива. Что именно из всего вот этого?
Фига. Где в Караганде? А где мой этот самый-то? Он закончился, что ли, транквилизатор? Не, подожди. Да, закончился. Ну, бывает. Ух, сволочь. Все? Так, хорошо, вставляй. Вставляй еще. Я на середине оставлял ящик и пробежками добирался до входа. Ну, прикольно, что можно и так, в принципе. Так, ладно, и чё? Развернуть их обратно и передвинуть? А разворачивать надо, подожди? Наверное, нет. Потому что в бок они не двигаются, да? Ладно, предположим. Сейчас дотолкаем, там разберемся. Мне вот эти еще, да, штучки нужны же. Кнопочки. Да нажми. Ой, боже, такая душная локация, что мой мозг просто стерли из памяти. Удобно. Никит. Или Некит. Здорово. Велком, так сказать. О. А для чего вот эти кнопочки, простите, извините? Ой, туда ехать или что с этим делать? Так, там была лечилка, но... Окей. А кнопочки зачем? Мы их, может, уже нажали, я забыла? Ой, камера, трындец. Слушай, а я не возвращаюсь ли? Я, по-моему, возвращаюсь. Меня это не устраивает, подождите. А зачем мне открыли дверь в эту сторону? Если я еще не закончила. Путают меня, соки. Да я вижу, да, что мы обратно едем. Нафига это такую возможность? Не совсем понятно. Еще финальный босс. Так, подождите, это что, финальная локация и потом будет финальный босс и все, мы закончили? Да ладно. Так, ну хорошо, я их придвинула и что? Мне еще не финал, ну было бы странно, да? Что еще это? Я их придвинула. С вами уж что-то сделать надо еще. У меня есть еще кнопочки. Кнопочки у меня еще есть. Вообще, я бы, честно говоря, их повернула как-то лицом в ту сторону. Но уже нельзя. А дальше я их придвинуть не могу. Чатик, как всегда, не говори. Ну смотри, уже все, взять не могу. Значит, все сделала правильно. Что дальше-то? Что дальше-то? Дверь открыли мне такую, чтобы выйти отсюда, и все. Думаю про кнопки. Ну, я бы с радостью. Давай попробуем их нажать, может что случится. Ну, я уже на них стояла, единственное, но и ничего не произошло. Хоть бы намек мне дали. Поди пойми, что от меня хотят, да? Так, ладно, у меня есть мотик. Давай попробуем вот так. У меня была такая мысль, когда мы только-только вернулись сюда, но я подумала, что она тупая. Ну, походу, как всегда, да? Мысль тупая, но верная.
Ну, похоже. Короче. Все как обычно. Мы еще когда только-только отсюда вышли, и вот эти кнопки я смотрю, думаю, ладно, может попозже. Но мелькнула мысль, то, что, может быть, попробовать поставить на одну мотик на вторую себе. А нам туда пешкодралом или на мотике? Ну сядь ты, господи, на него, Лара. Инвалид ума, боже мой. Что-то плохое нас сейчас ждет, по-моему. Ой, 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 почти же хорошо же получилось, но идите. Но я испугалась ехать дальше. Господи, где я? То подожди ты, подожди ты, господи. Ой. Тут я уже не проеду так. Ой, намеки эти ваши. Ух, ни хрена. Там что-то красивое. The Midgard serpent Jormungandr that lies on the bottom of the ocean. Ну, сабы починились. Coming of Ragnarok. Jormungandr thrashes beneath the sea, flooding the land and vomiting its deadly poison into the air. Final battle of the gods. Thor kills Jormungandr with his hammer, Mjolnir, but then he retreats only 9 steps before he succumbs to the serpent's venom. Это был намек, походу, да? Как решать загадку? 9 шагов там уже дал вот все. All these ancient sites inspired underworld myths in later cultures. Perhaps because they were all protected by the Walking Dead. Колечко такой прям акцент на него. Нажмите Y, чтобы раздавить упавшего тролля. О, щит. Дробовик! Бессмертный, пока Лара не пнет их. На смерть. Не? Не вариант? Почему? Да ладно, всегда работала. Ладно, пойдем посмотрим. Штучка. А почему такой звук странный? А? Прости. Большой страшно. В воду, наверное, прыгать не стоит. Она как не совсем вода, по-моему. Падай в воду. Охренеть, у вас тут бегает. Минус один. Минус второй. Первый пошел. Второй следом. Откуда вас столько, господи? Господи, закончите с ним. Ты умер? Молодец. Та-ра-т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 а-
Так, ладно, допустим. И чё? Он же не долетает. Чё-то не хватает, чё-то не хватает. Мозгов, например. Слушай, ну колечко... А, вот, кстати, смотри, чё штучка. Боже, вода опускается в как в годоваре. Годовар. Так, ну предположим. В любом случае падать туда не стоит. Ясно, понятно. Ну я могу, конечно, наверное. Тихо. Зацепиться сейчас за колечко и спуститься, но чё-то как-то... А можно? Лара. Лара. А, это открывает рот. Окей, я понял. Логично. Лара. Лара. Можно как-то вернуться назад? Лара. Ну, понятно. Ой, давай помрём. Что-то это затягивается как-то. Неудобно. Пипец. Не трогай кольцо, короче. Так, вот оно быстренько опускается. Замечательно. На-на-на-на-най, на-на-най, на-на-на. Та-та-та-та-та. То ли надо было как-то все на время делать, то ли лишний раз не трогать. Что ты делаешь, Лара? Ой, она опять застряла в камнях. Ёптерный театр. Так, вот тут тоже есть колечко. И это колечко даже не открывает ничей рот. Вот на этой тоже есть хреновинка. Отсюда прям что-то сомневаюсь, что я туда попаду. Хорошо бы. Но явно надо по этим штукам прыгать. Играла на ПК-версии, таких багов не было. У меня тоже ПК-версия, стимовская. Ну вот. Имеем, что имеем. Обидно. Ладно. Не совсем то, что я хотела. Что ты... Господи, Лара, серьезно? На ровном месте просто уже. Ну, вообще, что-то нет, не похоже, что здесь надо прыгать. Зачем кольцо тогда на такое видное место вешать? Прям так и манит зацепиться за него. Такое ощущение, что все-таки надо вот на вот это колечко прыгнуть. И, возможно, как-то быстренько спуститься вот на вот эти и прыгнуть на вот ту штукенцию. Но я единственное не уверена, что вот отсюда вот она сможет прыгнуть вот туда. Это очень что-то сомнительно. Что-то прям максимально сомнительно. Неужели раскачаться на вот этом кольце? И, ну, оно же не долетит. Может, баги зависят от винды? Я хз. Не суть важно. Главное, чтобы эти баги не мешали пройти игру, а все остальное, в принципе, ок. Блин, я как бы понимаю, что от меня хотят, но я не знаю, откуда прям... А, о, подожди-ка, я знаю, откуда начать. Вот она. Оп. Оп. Уй. И по стеночке, смотри, там проходики. Прям туда и надо, на самом деле. Это так, для отвлечения делают. Либо еще для чего-то пригодится потом. Но пока что надо... А может, это потом? А хотя нет. Нет-н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 ет
Да ладно. Не может быть.
Не может быть такого. Никогда бы не подумала. А я-то думаю, что тут надо сделать. Единственное, ну, конечно... Все равно неудобно. Это как будто бы к другому месту какому-то, который сейчас либо под водой, либо еще что-то. Я хочу направо. Мне надо вот туда. Но зацепиться здесь не за что. Как-то вообще. Ну ладно, пойдем куда идется. Я только подошла. Тем более не стоит такие вещи говорить. Советы без просьбы — это дело такое. Ну так себе. Тихо, залезла, чё падаем? Лара, твою мать. Ну не дура ли? Ну она прямо была, она никуда не нагибалась, ни налево, ни направо. Чё упала два раза подряд, непонятно. Непонятно. Какая ты неудобная, Лара. Чё сюда полезли, блин? Сидели бы, где брошены были. Бежим, Лара, давай, швычи. Заберись. Прыгай нафиг, это дерьмо. Тихо. Слушай, ну там уже все поломатое. Если это не так должно было работать, то я все сломали, ничего не знаю. Так, ну вот мы здесь. Чекпоинт тоже есть. Вроде что-то делаем нормально. Ой, простите, извините. Это не входило в мои планы. Простите. Так, есть проход налево, а есть вот это. Но это, видимо, вот... Ну смотри, кстати, если я зацеплюсь, я как раз перепрыгну. Но вот эти... И, скорее всего, это будет проход вот куда-то туда, да? Но это не точно... Так, ну предположим, ладно. Ну давай, давай, давай. И вот зачем я это делаю сейчас? Вот во имя чего? Во имя вот этого, ага. Спокойно. Господи, я не вижу, куда я падаю, ё-моё. Нафиг так делать. Слушай, ну я иду, оно идется. Окей. Ой. О, штучка в воздухе висит. А что это такое? Тик-то. Давай, давай, раскачивайся, не жалей, раскачивай. Лара, щет. Подожди. Блин, ну так хорошо начинали. Давай. Давай нормально, Лара. Давай, пожалуйста. Та-та-та-та-та-та-та. Нормально. Пойдет. Ну и, собственно, вот она, эта сторона. Хорошо. О, колечко. Ну-ка, иди сюда. Хорошо. Так, не поворачивайся назад. Не поворачивайся? Нормально. Хорошо. Пошел процесс. Мы продвигаемся. Это отравляющий жижа. Да ты что? Ты не может быть такого. Че, ты сегодня что-то капитанишь? Прям пипец. Понятно, что отравляющий жижа. А! Нам даже до этого бумажку дали, то что змей, яд там выплевывает, а штор от него помер. Ну и тут же водичка льется из рот.
Из рот льется водичка, которая нифига не водичка. Так, где эта хрень, наверное, была? Лара, давай без лишних движений, я уж боюсь тебя. Лара, Лара, давай. Так, ну хорошо, мы что-то сделали. Каковы шансы, что она долетит до вот этой столбюшки и не помрет? Никаких. Забудь просто. Но зато мы здесь, потому что здесь был чекпоинт. Ха-ха! 1-0, игра! Уйди. Да я же прыгаю, ну. Ну а я супер, я супер-пупер. Как масло сын, как мясо в супе. Слишком хороша для этой игры. Кто-то там еще тусуется, ну. Физика. Почему в чате такая мания на оргии? Потому что у нас чат своеобразный. Не дебил, а своеобразный, знаешь, вот там, ну, почти. Тор жив, Тор будет жить. Братская любовь. И сестринская тоже, судя по... Что это было, гоп-стоп? Это знаешь, вот эта вот хрень, когда вот она... О-о-о, все, да-да, 1-0 игра, 1-0 игра, поняла, да-да. Что это было? Только от самой Лары. Мы сейчас узнали Лару немножко лучше. Так, а вот сейчас вопрос. Как бы так теперь отсюда вот это вот вылезти, чтобы попасть туда? У нас здесь рученьки. Одна точно, потому что по этой не пройдешь. Вот он молот. Топать оттуда, откуда-то. Как-то вот теперь так вернуться, чтобы не понаоткрывать. А хотя, может быть, пора открыть как раз таки роты змеюком. Может, как раз вот за вот эту роту зацепиться? И как-то вот это вот. Вот на вот этот запрыгнуть, а потом в эту самую. Нет, она цепляется за эту. Ну, слушай, такое ощущение, что нужно... Сейчас будет на перегонке с ядом. Но это не точно. Может быть, и обойдется. Не, обойдется нормально. Здравствуйте. Идите, мы крутые. Блин, а я бы глянула, честно говоря. На новую Лару, да, вот эту перезапущенную, где она разгадывает скандинавские вот эти всякие тайны. Клёво было бы. Если бы опять был упор вот, вот этот классический на гробничке, как они уже начали делать в Shadow of, вот это вот последний. Как она там называлась-то? Shadows или Shadow, по-моему, да? Shadow of. Хочу ремейк Underworld. Да зачем ремейк, блин, в жопу эти ремейки. Даешь что-нибудь новенькое. А теперь нам надо выйти, я так понимаю, отсюда, да? Ну, сейчас можно, кстати, и отфигачить. Ну, смотри, вот здесь зацепиться, прыгнуть на те. Или вот даже на те лучше. Ну, я могу не долететь. Блин, сложно. Ну, короче, да, нужно роты открывать. Ну, смотри, я могу вот здесь вот зацепиться, либо подняться, либо чё. Вот сюда.
переползти сюда как-нибудь, да? Потом прыгнуть на вот эту, хотя если там нет пола, но он вроде есть. Отсюда, конечно, не получится. Блин, я уже не помню, как там было. Давай, короче, начнем, там видно будет. Етить! Не. О, слава богу, здесь не пропасть. Нормально тогда. Пойдет, давай, Лара. Лара! Кретин кусок. Типикал Лара. Ну, мысль была, в принципе, верная. В принципе, мысль была верная. Да куда ты идешь-то, боже ж мой. Так, ну мы по факту сейчас повторяем просто путь вот этот. Вон он, эта скала, кусочек колонны. Тихо. Ну иди, иди. Единственное, вот с тем кольцом у меня была прям проблема, чтобы так забраться на него. Чего вы поползали? Вам чего, одного раза мало было? Смотри. А, ну в принципе, да, от этого кольца вот туда. Оп. Не зацепилась она. Молодец. Спасибо, Лара, большое. Ой, хоть бы здесь где-нибудь был чекпоинт. Не хочу опять прыгать. Ой, слава богу. Да ты умри, то уже, ну. Так, ну смотри. Цепляться она что-то не хочет, да? Ну ладно. Ну Лара, ну твоя... Ах, что с тобой не так, ну? Что с тобой не так? Ну, Лара! Вот где там был X? Вот как раз крюк, ну, блин, я же здесь, а крюк там. Давай, молот, вот, как и хотели. Тихо, как и хотели. Так, ну теперь вот на те вот запрыгнуть осталось. И мы уцели. Если Лара не будет делать вот этой херни... Все будет хорошо. Ой, отсюда. Ой, хорошо. Ну, хоть что-то хорошо. Ну, вот четенько, видели? Летели четенько на вот эти хреновины. Что делает Лара? Лара летит куда угодно, блин, понимаешь? Спасибо, что здесь чекпоинты еще прям вообще как надо. Прям по-божески. Потому что с таким управлением я манала. Как по ощущениям управления? Говно. Но оно как бы нормально, ты его ощущаешь на геймпаде нормально, то есть и прыжочки реагируют сразу же. Это мне первый Dark Souls без ремастера, когда там замедлено на 1.5 секунды практически. То есть ок, нормально. Но вот эти наводочки и камера вообще упоротая, никогда такого не было, по-моему, ну настолько плохо в предыдущих частях. Но вот ее наводки, прыгаешь в одну сторону, она прыгает в другую. Реакция у нее иногда тоже... Странненько. Разворачиваешься в одну сторону, она разворачивается в другую. Ну, проблема у нее, короче. По-моему, тело с мозгом не связано. Они живут отдельными какими-то жизнями. А так, в принципе, ок. Разрабы как будто знали. Ну да, да, возможно. Ну,
Ну, вообще, да, как будто бы в предыдущих частях было, вот особенно в предыдущей, было получше. Я, конечно, плохо помню. Там, скорее всего, тоже были проблемы с, типа, знаешь, с неправильным прыжком, с одним, со вторым, с третьим. Но как-то, по-моему, не так сильно, как здесь. Вообще, эта игра как-то очень сильно уступает предыдущим, по моим ощущениям, потому что и загадки не так сказать, что прям сложные какие-то были. Слушай, а повернулся? А, как будто бы вижу. Лара? И загадки не такие сложные. И это самое. И управление какое-то странненькое. Потому что я помню, как я страдала в том же Anniversary. Вот эта загадка с колоннами, там, где вот такой квадратный колодец. Пипец, я там страдала как тварь, я вообще не понимаю. Я вроде понимала, что от меня хотят, но сделать не получалось. Мы там сидели, по-моему, господи, я не знаю даже сколько, долго. Вторая как-то была вроде попроще. Не такая душная по загадкам, потому что в первой там очень долгие загадки, очень многоуровневые. Иногда просто уставал от них. Ну вот это прям что-то. В этой части старались сделать ее движения более реалистичными. Да? Что-то я не заметила. По-моему, все то же самое, только менее удобно по управлению. Видимо, поэтому они взяли... После этой игры они взяли лет 5 на перезапуск. Именно после этой они сделали Tomb Raider вот это 2013-го. Да? Ох, ни хрена. Вон, нифига разница такая, да? Так, можно вас задавить как-то? Нельзя, да? Ну, хрена уж сама. Слушай, у меня же есть гранаты. Только хотела сказать, где гранаты, когда они так нужны. Они же у меня есть. Она что, прям прилипла, что ли, на паука? Почему, почему, почему так случилось сейчас? Что это было вообще? Она прилипла на паука, серьезно? В смысле, блин, это как-то работает-то вообще? Да отвали ты, блин. Чё вообще? Очень странно, очень странно, непонятненько. Ой, все закончилось, что-то. Граната-липучка у нее. Когда они такими были-то? Так, где мой мальчик? Так, где тут выход-то был? Юбилейка, это же ремейк первой части, так что загадки сложноваты. Ну это да, я понимаю, что это ремейк. Так, сейчас. Они не то чтобы прям сложноваты, они были очень долгими просто и очень комплексными. То есть одна загадка связана со второй, вторая с третьей, и прям как-то это все нагружено, одно на другое, знаешь, такой многослойный торт. Ну вот загадка в сраном колодце, в таком квадратном с колоннами, и это просто... Ты как бы в принципе примерно понимаешь, что от тебя хотят. Но сделать это трындец. Во второй же части... Во второй же части уже вода появилась, да? Будешь проходить DLC к этой игре? С особняком, которая вот эта классическая? Ой, не, вряд ли. Если ты про него... Не-не, мы уже поплавали как-то вот по особняку там. Загадушки поразгадывали, мне хватило. Двух раз, в принципе. Подъем. Че ты не понимаешь, особняк — это самая крутая часть всех игр. Да куда мне? Чё говоришь, Найт Кэти, когда Bloodborne пройдешь? Тут здесь DLC сюжет, но оно было эксом для Xbox, насколько я помню. Но пока так и не выпустили. Слава богам. Никогда. Вот-вот, когда пройдешь, тогда поговорим.
Так. Ну, здесь прям надо, как в первый раз, да? Оп. Оп. А, простите, а... Там же пропасть. А как вы хотите, чтобы я это сделала? Фу, блин, что это такое? Кто-то стоит, по-моему, поливает нас там сверху. Там дети на улице? Да, да, они. Они самые детишечки, да. Слушай, я же не смогу. Не, ну чекпоинт рядом, в принципе. Фу, она перелетела, видите, как это работает. Zip, I have everything I need to get Thor's hammer. Do you have better coordinates for me? Yeah, I enhanced your dad's photos of the map. I'm uploading to PDA now. And your other project? Haven't tracked them down yet. I'm still working on it. Very good. I'll call when I get to Jammero. Варя, не ссы, да-да-да. Самый геймор позади. Ну, слушай, я не могу сказать, что это был геймор. После того сраного квадратного колодца из первой части, мне кажется, не... Это фигня. Ох, зимушка, зима. О, Наулара сейчас будет, ёперный. Наулара. Зимняя одежда легкая, зимняя одежда тяжелая. Ну давай, я не знаю прям даже. Что за квадратный колодец? Блин, я даже не знаю, как его просто описать. Так, квадратная комната такая, прям помещение. Тупой квадрат, знаешь, 4 колонны. И каждая разрушена. И там нужно было опускать какие-то хреновины, запрыгивать на одну там колонну, что-то нажимать, оно опускалось. И водичка внизу еще была. Что-то такое. И там много еще травы было. Которая мешала выпрыгнуть. За сегодня игру осилим. Да я без понятия, сколько там до конца. Hey, you know that big expensive ship of Amanda's? The one on the bottom of the Mediterranean. Uh-huh, that one. She has a sister, the Tisiphone, anchored off the coast of Thailand. Looks like they're picking through your leftovers. Excellent work, sir. Thank you. You've earned some rest. I'll take it from here. Be careful. When you see Amanda, give her my regards. Надеюсь, у нас зимние шины. Лобковая кость только что треснула, мне кажется, у него. Лобковая, вернее, у нее. Угу. После такого приземления. Врата мертвых. До конца где-то 2 часа? Окей. Копчик? Не-не-не, там, мне кажется, там передок прям отвалился только что. Мне кажется, она осознает, когда она вернется домой, такая... Просто все, жизнь закончена. Перерыв надо. После такого, мне кажется. Мозг не задет, это главное, да, наверное.